Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. С опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Сука! Сучара! Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде, форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные! У нас тут женщины, детишки! Нас не трожь, и мы не тронем! Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять, а детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще? Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была! Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего не идут тогда? Но придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех, а может и того хуже. Куда уж хуже? Там ведь и женщины были. Поможет. Тут нет никого. Короче, брателла, бросай! Ну чё ты там, мля, копаешься? Всё сто раз обсмонали уже. Не, ну чисто вдруг чё осталось там, маслята или ещё чё. Ну барахла вон, мля, сколько, они чисто провтыкаем. Ну ты, мля, давай там шуши тогда в темпе. Пацаны там на хате уже поляну небось накрыли. Шевели поршнями. Один за одним идут бой. Караван за караваном. Миражи мне! Нафиг ты миражи! Сейчас! Думаю, пошел мне против Мистака. Мы тут и без морского духов. Чё? Ничего, чё за хрень вообще? Капами резнёшься. Блин, вещица. Мы разгонёмся. Лады, а чё с этими-то дальше делать? Бугор сказал так. Мелкий скипал. Брать, праздновать. Мужиков того почикали. Нехай, походу, вы мужики или баба? Баба мне сказали пока поберечь. А если мужики, то все, извиняюсь. Я мужик, а ты скот. Ах ты, сука! Ну да, бля, получай! Ты тоже мужик или баба?
я... Не убивайте только ребят! Я... Мужик или баба? Баба! Но пускай портки тогда. Нюркой будешь. Нахер твое очко нужно кому сейчас? Ладно, петушара дрессированный нам тоже задится. Живи пока. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали всех. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша там. Не спеша. Спасибо, брат, спасибо. Я посижу пока тут. Отдышусь. Долго копаешь. Делов-то.
Я гляну, да! Если не покажутся! Значит, гнилая тема какая-то. Тогда маякуй. Понял, да! Вот тормоза. Че они там угнездились-то? Че за ботва? Че за точило, бля? Пацаны, вы походу здесь не одни! На стрёме, ясное дело, стоять надо. Но чё вообще я да я? Эх, непруха. Братан! Чё за ботва? Шухер! Недавно завалили! Шухер, братва! Ну чё, братва? Чисто потопали искать, сучка. Что-то не видно никого. Так его, походу, реально нет. Только чисто смотрите. Братки! Перезарядка! Жмур! Пацаны, ну, сука! Натянем сучок! Вазелин, бля! Сука! Пацана там нет! Братву, суки, валят! Братву, молчат!
Ну чё, ищем сучаров? Ну, сучара! Вот падла! Вот это падла! Братву, суки, валят! Жмур! Ничего, пацанчики, ничего! Ну чё, бля, двинули? Чё двинули? Куда, бля? Ты чё, бля, опуха, чё в натуре? Настрём! Бугор сказал, если шныря какого прощёлкаем, спросит как суп. Всё, бля, без базара, двинули.
тема с затопленной станции. Ну ладно, тема, короче, пацаны так и жмурятся. Семеро уже нахрен. Реально тухлая тема. И главное, западло норы затыкать без толку. На зачей один хер прут? Точняк, а выход на Венецию нам, ля, полюмбас нужен. Да, встряли мы тут. Ладно, ля, по каналу их пацанам. Воды, брателла. Там в том туннеле вообще реально западло на подходе. Нас тогда пятеро шло, ну чисто все три ствола с фонарями. Ну и как за поворотом Чё? Мы зашли. Верно, началось. Впереди чисто туманное какое-то. Только черный, сука, понял? Мы в него раз, и фонари все сразу багровой шляпой накрыли, сука, ты понял? Я пацанам типа, типа, вы тут как, чё мне? Они такие, ну типа ништяк, но голоса, сука, стрёмные, будто них. Ну так, типа, глухо, знаешь, типа. Я чисто такой, паца, давайте чисто заворачивать. Ну чё тут как? Они мне такие, ни хрена ли, и тут зашибись. Стрёмно так реально. Ну я вспомнил, у меня тут чисто зажигалка. Я такой в щит. Они, блядь, сидят на полу, блядь. Хавальники раскинули, и туман этот черный в них, блядь. Из них, блядь. И Журка Синецкий, ну корефан, ну тут чисто как заорёт. Глаза мне режет. Выбил зажигалку, на. Я как ломанулся к станции. Ну и все, попали вообще с концами. Жесть, блядь. А мне, короче, друган рассказывал. Про хозяина туннелей, типа, слыхал? Нет, ну, а чё там? Там такая залипуха чисто, что на крайних станциях, на всех линиях, если к туннелю кто-нибудь поближе съесть, ну, типа, пацаны такие у костра греются или чё? Короче, иногда один, бля, встаёт реально и уходит в туннель, и всё, с концами на. А все же в курсах чисто, что там и бригады ловить нехрен. А тут забывают типа. И вот спросишь чисто такого, куда мне намылился? Говорит, позвали. Хозяин позвал. И все. Кого так мне позвали? Полюбас хана. Его хоть веревкой к шконке прикручивай, зубами перегрызай и в туннель. Пожили! Я сказала. Гад, убийца! Чай мне выкатили. Не убивайте! А, мля, сука, капец тебе!
Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. Могут перевернуть!
Хватит угораться!